находится рядом с местом преступления. Полиция пока не раскрывает детали. Нам известно лишь, что пострадавших несколько, есть погибшие. Данных о нападавшем нет. Имена жертв также пока не разглашаются. Мы будем следить за развитием событий и сообщим детали в ближайших выпусках новостей. Записал? Спасибо. Здорово, Миш. Здорово. Еще давно приехал? Нет. Остальные где? Малой уже тут, а Шпак на подъезде где-то. Инге дозвониться не могу? Ну, так ночь на дворе. Могла я телефон отключить. Могла. Она вообще все может. А ты чего смурной такой? Че там, совсем все плохо? Да не то слово. Давно такое месиво не видел. Кровище, что на бойне. Да? Да. Мы посмотрим. Пошли. Лёша, спасибо вам огромное, что так поздно меня пускаете к вам. У меня, правда, другой возможности нет. А плавать ужасно хочется. Да, пожалуйста. Спасибо. Наши двери всегда открыты для вас. Всего доброго. Всего доброго. А, кстати, телефоны проверьте, а то они 100 раз пиликали, пока вы плавали. Вдруг случилось что? Спасибо. Счастливо. Счастливо. Вот это здесь. Че, серьезно? Прям вот здесь вообще? А где трупаки, расчлененка? А ты че веселый такой? Слушай, Миш, мы с матерью в филармонию, значит, намылились, а тут вызов. Понимаешь? Все сложилось. Понимаю. Саш, ну что у тебя? 4 пострадавших. 2 на повал и 2 в больницу. Нападавший? Сбежал. Даже если точнее, ушел. В смысле ушел? Саш, устроил такое мочилово на охраняемом объекте и просто ушел? У нас что, Рэмбо первая кровь, что ли? Один из пострадавших – охранник торгового центра. И это товарищ майор. Нападавший с пистолетом ушел. Да. В бассейне была. А... Поняла. Да, конечно, я знаю, где ты. Сейчас я приеду. Куда на ночь глядя, Ингочка? Случилось чего? Хоть не с родителями? Да не с родителями, но случилось. Ох, и работа у тебя, не девичья. Небось, вместо свидания опять ужасы какие едешь смотреть. Вот уж не ожидала с вами сегодня ночью здесь встретиться. Да никто не ожидал, Даша. Чего у тебя здесь? Ну чего, 2 ножевых, сонная артерия, грудь, оба смертельные, думаю, умер практически мгновенно. А второго я еще не осматривала, но навскидку тоже ножевые, как и с первой жертвы. Вы из главка? Да. Сейчас наше руководство подъедет. Это замначальника нашего, шефа убойников района. Майор Артеменко. Угу. Слышь, майор, ты же вроде бы знаком с ним был. Учился, Миш, в академии. Ну что, круг подозреваемых резко расширяется. Доброжелателей много у него было. Я тебе говорю, угомонись и успокойся. Я спокоен. Спокоен? А чего ты к нему лезешь? Чего ты на него? Чего ты его приволок вообще? Ты не понимаешь, нет, что я тебе говорил? Нет, я не понимаю, я не понимаю. Ты бы был спокоен. Я бы был спокоен. Кто это такой вообще? 2 с ножевыми и 2 с огнестрельными. Такая картина. Понятно. Привет. Эксперты на подъезде. Привет. Привет.
Субъект дважды использовал холодное оружие, а потом перешел на огнестрельное. Как-то очень странно. Вообще ничего странного. Просто потом он взял пистолет у убитого мента. Порядка не хватает, да? Да, порядка, правда, не хватает, товарищ майор. Там, кстати, капитан Шпак сцепился с кем-то из РУВД. Пахнет дракой. Миш, на тебе свидетели. Саша, на тебе камера. Начинайте осматривать. Сколько, ты говоришь, на живых? 5. Так и запишем. 5. Вот когда твоего начальника грохнут, я погляжу, какой ты спокойный. Когда моего начальника грохнут, я убийцу буду искать, а не гопников на районе щемить. О, понял. Вот так. Ну, что у вас здесь? Ничего. Вот у нас капитан уже дело раскрыл, убийцу нашел по горячим следам. Ну, и кто он? Колька Демидов. Наркоша местный, я по совместительству дилер мелкий. Артеменко его брата старшего, Пашку, за наркоту крепко прикрыл. Так тот и на суде, из зоны потом все малявой слал. Хотел с Артеменко посчитаться. А за что он тебя сейчас щемит? Или он на месте преступления был? Был. Возле Красмаркета ошивался. А еще на днях брат его с зоны вышел. И как только вышел, Артеменко сразу чуть машина не сбила. Тачка хоть не пострадала? Серег, ну допросишь, короче. Идем. Вперед, давай. Что надо? Не в конторе? Да я, в принципе, в своей конуре могу нормально поработать. Так что надо? Ты о ЧП слышал? Конечно. Весь интернет гудит. Так вот, подними мне дела погибшего майора Артеменко. Копай только самых жирных фигурантов. Тех, кого он засадил далеко и надолго. И посмотри тех, кто откинулся недавно. Не находится в городе сейчас. Понял меня? Ты с кем вообще разговариваешь, майор? Уже все просмотрено. А, ёшкин кот! Че там у тебя, на кота наступил? Кофе варю. А, ну это обычная история. У кого голова гениальная, у того руки всегда из задницы растут. Ну ты не расстраивайся. Все, давай, до связи. Давай. Ничего нового, Андрей Романович. Да, перехват объявили с самого начала. Там патрули со всего города катаются, но пока ничего. Личность нападавшего установили? Пока нет. Скорее всего, наркоман. По словам свидетелей, вел себя неадекватно. Ну, а на камерах у вас что? Видно его? Мои сейчас отсматривают. Откадруем, почистим, дадим в прессу. Ну, чтобы без лишних деталей. Да. Лишние детали для прессы не нужны, конечно. Вооруженный очень опасен. Вот и все детали. У вас там все в сборе, да? Угу. Инга с лейтенантом видео смотрит. Андрей Романович, из морга звонят. Давайте я буду держать вас в курсе. Лады, работайте. Что? Давай рассказывай. Как ты удачно пристроил Ингу на работу. Ой. Ну, что там наши братья Демидова? Да ничего, старший как откинулся. В загул ушел, гудит до сих пор. Где гудит? Сейчас уточняем, я попросил Спайдера это все разузнать. Ну, мое мнение, майор, никакой серьезной мести они не планировали.
Мне кажется, это понты обычные, трындеж. Ну, посмотрим. Че еще? Младший хорошо нашего убийцу рассмотрел. Он как раз выходил, а Демидов в это время в холле терся. Говорит, видел его на районе и не раз. А где видел, не сказал? Утром скажет. Там, говорит, место какое-то, сарай какой-то, я так сильно не понял. Говорит, даже знает, где он живет, почти точняк. Ну, не свалит наш Демидов до утра? Не, я к нему патрульку приставил. Они мне утром под белые рученьки и доставят. Ну и отлично. Ты в морг? Да. Я с тобой, может, Дашка проснуться поможет. Пошли. Вау, Дашка, что за прикид? Я не узнаю тебя без очередного трупа. Вот реально, я сейчас не в настроении для твоего искрометного юмора. Да я просто прикололся. А чего вы оба такие нарядные, что на свидании были? Серег, Даш, ты звонила по поводу опознания Артеменко. Пришли уже? Не пришли, а привезли лично начальник РУВД. А как я понимаю, шеф покойного. А меня попросили выйти, дабы не смущать своим присутствием. А что там за такая важная и ранимая птица? Здорово, майор. Знакомьтесь, это Лиза, сестра Артеменко. На опознании была. Так мы знакомы? Конечно, знакомы. Мы с Олегом женаты были. Поженились сразу после их выпуска из академии. А вам брат не говорит? Двадцать пятьдесят. Субъект заходит. Артеменко уже там. Но субъект сразу идет к кассе. Он не видит Артеменко за полками. Видите, у него какое-то странное движение. Что-то типа нервного тика. Признак нестабильной психики. А что он спрашивал у провизора? Диазепам. Семинералептик. Почему она ему не отпустила? Говорит, рецепт был просрочен больше, чем на месяц. Дозировка большая. Фамилию она запомнила, пациента или врача? Там штамп, как вот у диспансера стоит. Ну, а фамилии, говорит, какие-то простые. Время 20:53. Да, очень быстро, меньше минуты. Редкий случай, когда хладнокровный взгляд подтвердил показания свидетелей. Хладнокровный взгляд? А в правоохранительных органах США, когда улики зафиксированы на видео, это называется хладнокровный взгляд. Они часто не совпадают с словами очевидцев. Ну, понимаете, люди субъективно не ошибаются, что-то забывают, добавляют. Опять же, врут. Камеры нет. Но в нашем случае показания совпали. Ну что, как дела? Фото нападавшего отдали журналистам? Да. Ну вообще, а что, как? Есть что начальству доложить? А версию с умышленным убийством Артеменко можно не рассматривать. Аргумент? На записи четко видно, что убийца не видел Артеменко, пока тот на него не набросился, чтобы обезоружить. Я предполагаю, что преступник мог быть наркоманом. Он вел себя как торчок в ломке. Торчок в ломке не стал бы впаривать аптекарше рецепт на нейролептик. На записи видно, что у него какой-то тик. Я думаю, что это поздняя дискинезия. Такая развивается, если из года в год принимать психотропные препараты. Ну, что наш убийца псих, это и так понятно. Это не мешает ему быть наркоманом. У нашего субъекта не было оружия. Он пришел в аптеку просто купить лекарств по рецепту. А потом ему не продали, он сильно расстроился и завалил кучу народу. Может, его напугал кто? Я тоже изучал эту запись. И вообще, как бы, поведение убийцы – это не защита. Вы не правы, Олег Юрьевич. Наш субъект в аптеку пришел уже в раздраженном состоянии. А грузчик его спровоцировал на агрессию. Грузчик спровоцировал чем? Ножом для резки бумаги? На четыре жертвы?
Возможно, не только ножом. Может быть, ему этот грузчик кого-то напомнил. Или вообще ситуацию в общем. Явно же понятно, что у нашего субъекта случился нервный срыв. Можем предположить, что он бывший военный. Тогда у него могло быть посттравматическое расстройство. Не знаю, в любом случае, нам сейчас главное выяснить причину внезапного стрессового поступка нашего субъекта. Нам сейчас главное сделать перерывчики, я думаю, на пару часиков. До утра нам все равно ловить нечего. А за это время, может, его поймают. Тогда нам очень повезет. Саш, я возьму флешку, хорошо? Хочу изучить материал поподробнее. Мне кажется, мы что-то упустили. Да, конечно. Вы не ошибаетесь? Да не ошибаюсь я. Это Ильин. Точно. Он давно к нам ходит. Ну, сколько я работаю, это 2 года. Так постоянно. Алена всего пару месяцев тут. Видно, при ней не появлялся еще. А обычно часто заходит? Раз в месяц точно. Рецепты обычно на месяц выдают. А я его хорошо помню. Потому что он один к нам приходил с такими серьезными препаратами. Ну, если раз в месяц. Чего же вы, ваша новенькая, не видела еще? И правда. А знаете, я его на днях на улице встретила. Случайно. Выглядел он не очень. Бледный, будто больной. Так я еще подумала, что-то он давно не заходил к нам. А Алена сегодня сказала, у него рецепт просроченный был. А как он себя обычно вел, когда приходил в аптеку за лекарствами? Может, нервничал, ссорился с кем-то? Наоборот. Он всегда очень тихий был. Будто пришибленный немного. В жизни бы не подумала, что он такое натворить может. Ладно. Так и запишем. Присаживайся. Рассказывай, зачем ты меня ждала? Вот где ты окопался. Мне Вит говорил, что тебя повысили. Да я и не удивилась. Ты же всегда был женат на работе. Как и твой брат. Угу. Вы же с ним не общались давно. Ну, так он семью и не завел. Все некогда. Теперь уже поздно. Он тебе ничего странного не рассказывал в последнее время? Может, ему угрожали? Его на днях, насколько я знаю, машина чуть не сбила. Если бы он опасался всех, кого посадил за эти годы, ему бы давно пришлось жить в бункере. Нет, ничего такого он не говорил и вел себя как обычно. А что он делал в этой аптеке? Живет он в другом районе. До работы далеко. Да, Олежка, ты правильно помнишь. Он остался жить в квартире родителей. Когда те на ПМЖ переехали за границу. А в ту аптеку он зашел из-за меня. Я живу в том районе. Квартира осталась после развода. Второго. Я как-то себя неважно чувствовала. У меня горло першило, нос потек. Ну, ты знаешь, как ко мне цепляются эти вирусы. Я попросила Вита, чтобы он заехал в аптеку и купил какой-то противопростудный сбор или что-то антивирусное. Олег, это что получается? Если бы я его тогда не отправила в аптеку, он бы меня... Это что, я виновата? Это я его убила? Лиз, не начинай, пожалуйста. Это я его убила, Олежка. Инга Евгеньевна, а вы к себе, да? Да. А давайте кофейку бахнем, а? Товарищ капитан, какой кофеек? Товарищ майор отпустил нас поспать на пару часов. Да, ну вы все равно 5 минут туда не заходили. Там товарищ майор даму утешает, она вся в слезах, расстроенная. Ну что за бред, какую даму? Сестру погибшего майора Артеменко. Хорошо, пускай успокаивает, мне только сумку забрать. Вы, наверное, не совсем в курсе, но... Сестру...
Сестра майора Артеменко — это бывшая жена товарища майора. Вот такая у нас мелодрама тут нарисовалась. Ну ничего. Спасибо за беспокойство. Да, попал товарищ майор. Я прошу прощения, я только сумку забрать. Извините. Это Лиза Артеменко, сестра погибшего майора Артеменко. Примите мои соболезнования. А вы новый консультант главка, да? Из ФБР? Ну что же ты, Олежка, молодец. Меня представила, коллегу свою нет. Инга Евгеньевна, наш внештатный консультант. Да, приятно познакомиться. Я правда пойду. Инга Евгеньевна, так официально? Просто Инга, правда? Да. А мы с Олегом так давно знакомы. Нужно будет обязательно еще пообщаться. Я так о вас наслышана. Как-нибудь. Ты меня домой отвезешь? Девушка, я отменяю заказ. Нет, это вы меня послушайте. Полчаса назад вы говорили 5 минут. Нет, отменяйте все. Что за день такой? Что случилось? Ну, ты представляешь, третью машину меняют. Та поломалась, та заблудилась. Просто слов не хватает. Да ну их к черту, давай я тебя подвезу. Да? Будешь круги наматывать? Да мне в удовольствие. Раньше сядем, раньше доедем. Пойдем. А, спасибо тебе. Ну, генерал. Да может я так у начальства поспать отпроситься. Миш, давай выкладывай. Ну, в общем, я просил персонал местный. Про аптеку, что ты в курсе? Я про этих из маркета. Так вот, девчонка-кассирша и охранник нашего субъекта опознали. Ну, кто такой знает? Нет, не знает, но говорят, что живет где-то рядом, неподалеку. Заходил регулярно, с лета так точно. Охранник сказал, что как-то в магаз прям шлепкой зашел. Ну, таких домашних, резиновых, знаешь? Может, бомж местный или нарик? Нет, оба говорят, что мужик тихий. Вежливый и на нарика не похож. По одежде из бедных, но такой чистенький, аккуратный и не вонючий. Может, пьющий? Да не похоже. Кассирша сказала, что на ее памяти ни разу бухло не покупал. Даже пиво. Так, из хавчика, и то по минимуму. Ладно, хорошо, Миш, спасибо. Отдыхай. Да, пойду. Олег, ну в самом деле, ты не мог по дороге позвонить? Ничего не меняется. Тебе, похоже, больше всех сегодня не повезло. Я-то хоть в бассейн успела поплавать. А тебе, кажется, прямо испортили вечер. Ну, не только мне одной. Ты когда-нибудь майора в галстуке видела? Вот. А он мать сегодня выгуливал. Прям с филармонии, с концерта посредине и сорвался. С филармонии? Неожиданно. Да нет, нормально. А, так ты ж не знаешь. У него мать учительница музыки. И в нежном возрасте Мищенко даже закончил музшколу по классу фортепиано.
Я слышала, мама его хотела отдать в консерваторию, но когда отец погиб, Олег решил поступать в Академию МВД. А что случилось с отцом? Убили. Он опером был, причем таким крутым. Пал Палыч наш водитель, ну, ты знаешь. Он с ним работал и рассказывал. А убийцу нашли? Нет. А ты, кстати, права. У меня действительно сегодня была попытка свидания. Но романтика не задалась. Ничего страшного, не последний раз же. А ты, кстати, бывшую Мищенко видела? Как она теперь? Да никак. Мне же с ней детей не крестить. Ну да. А по-моему, она из стервозных. И как мне показалось, Лиза это очень даже не прочь с Мищенко кого-то покрестить. Ну что, все? Спасибо, что проводил. Здесь неприятно ходить ночью одной. Ну ладно, все, давай, мне пора. Погоди, вы поймаете убийцу? Лиз, ну конечно поймаем, что за вопрос? Его вся полиция города ищет. Ты давай иди домой, постарайся уснуть. Мне правда пора. Ты не зайдешь? Ненадолго. Не могу оставаться сейчас одна. И все-таки вы не правы, товарищ майор. Защита, контакт, удар. Контакт, удар. Так каждый раз. О чем же ты вспомнил? 100% была больница. Надо проверить. А, господи, ну да, конечно, я совсем забыла. Там же бедная Лиза на попечении. Ну, не буду беспокоить. Ну, давай, бери. Да возьми же ты трубку, ну. Да. О, гермайор. Ну? Сейчас, одну секунду. Ну что, проверил я фигурантов Артеменко. Так хочу тебя огорчить. Ловить там нечего. Как нечего? Совсем нечего? Одно пустозвонство. Кто грозился, тот давно сидит на нарах и не вякает. А кто вышел, тот нормально себя чухает. Но из более-менее серьезных недавно откинулся только этот, как его, Демидов, ну, которым Кэп наш интересовался. И где он сейчас? Добротельник его сказал, что где-то на курортах тусуется. Вот, там снял жирную какую-то базу. Ходит по ресторанам, саун, все такое. Ты уверен? Да век воли не видать. Обижаешь, конечно, точно, я все пробил. Чувак этот только с кредиток своих уже пол-лимона снял. Угу. Ну ладно, все, давай тогда завтра расскажешь мне. Пока, спокойной ночи. Погоди, погоди, майор. Так а че ты так долго трубку не брал, а? Паша, я занят. Ну, я бываю занят иногда. Пока. Кем? Бывший своей, что ли? Все, пока, я тебе сказал. Угу. Подумаешь, тайны мадридского двора. Ну, ничего, ничего. Сейчас сам все пробью. Жениться тебе, Павлик, надо. Все было бы хорошо, если бы ты вот только вот не писала бы. Гулять. Писать.
Доброе утро. Не выспалась? Доброе утро. Да, я не выспалась. А что, сильно заметно? Что-то с макияжем, с прической. Пойду поправлю. Все нормально. Ты, я смотрю, бодренький. После яркой ночи, да? Да, все хорошо. Сразу к ребятам заходи, есть о чем поговорить. Мать, ну-ка пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Ну что? Новые жертвы есть? Ну, какая вы оптимистка с утра пораньше, Инга Евгеньевна. А обязательно должны быть? Я пересмотрела записи с камер видеонаблюдения. В общем, он сорвался неспроста. Грузчик кого-то ему напомнил. И наш субъект, ну, выпустил на него весь свой негатив. Кстати, он до сих пор еще в запале. У него пистолет. И меня поражает, что, будучи в таком состоянии, он до сих пор не проявил себя. Ну, это как бы, ну, паршивые новости. А хорошие у нас есть какие-нибудь? План перехват ничего не дал. Ни одного сообщения, что субъект где-то засветился, и один из раненых умер в больнице. А сестра покойного майора сообщила что-то интересное? Нет. Работаем. Да, правда, нужно поработать, пока товарищ майор решает личные вопросы. Так, я к Спайдеру, у меня есть идея. Хочу проверить всех пациентов, стоящих на учете в районном диспансере. Явно же, что субъект болен. И уже давно. Ну, с больнички все понятно. Я другое понять не могу. Что вообще происходит? Какое-то напряжение в воздухе висит. Да, такое, как перед грозой, да? Ну, я бы сформулировал это так. Наш товарищ майор проявил излишнее сочувствие к сестре покойного товарища майора и по совместительству его бывшей супруги. А Инга Евгеньевна считает, что наш товарищ майор должен больше времени проводить в рабочем коллективе. О, гопника моего привезли. Сейчас, может, расскажет, где наш псих живет. Ну что, покеда? Какая девушка? Ёперный театр, 82-го года, Киев, филфак. Гермайор, муж номер раз. Ого, был уже номер третий. Неплохие ступные у девочки. О. А, привет, Инга. А я тут немного поработал. Да, все в порядке. Я поняла. Вы беспокоитесь об облике морали товарища майора, а сами попутно расслабляйтесь после рабочей смены. Ничего страшного. Так. Готовы поработать? Для вас в любое время. Вот и отлично. Мне нужно пробить диспансер Соломенского района. Так, что будем искать? Назначение диазепама ежемесячно на протяжении 2 лет. Ну и чередование диазепама вот с этими препаратами. Вы серьезно? Разве это дело? Это так? На 3 клика? Ну вот и отлично. Для меня это действительно важно. Ну, пробуй, мисс. Вы можете, кстати, посмотреть. Я при вас пробью пару минут. Да, все. Прошу прощения. Звонок. А ты где? Я у Спайдера по срочному делу. А что? Жди меня тогда, сейчас я приду. Хорошо. Да. Что опять стряслось? Ну, зачем ты так? Я просто хотела узнать, как дела. Может, есть новости какие? Да. Лиз, за час, который прошел с момента нашего с тобой последнего разговора, ничего не произошло. Никаких новостей. Давай прекращай. Ну что прекращай? Почему ты со мной так разговариваешь? Лиз, ты, если забыла, я ищу убийцу твоего брата. Поэтому прекращай мешать мне работать. Прости, я не хотела тебе мешать. Просто я немного не в себе. Поговори с теткой. Ты же просила, чтобы я тебя ночью отвез к ней. Да. Спасибо тебе большое. Ты все понимаешь. Просто я волнуюсь за тебя. Этот псих, он убил Виктора. А теперь что-то может случиться с тобой. Ну, у меня работа такая, если ты забыла. Олег, я ничего не забыла.
Ты даже не представляешь, что со мной было, когда ты ушел. Я даже представлять это не хочу. Лиз, это было давно. Давай прекращай погружаться в воспоминания, тем более в плохие. Все, давай. Мне пора работать, ко мне пришли. Олег, я волнуюсь за тебя. Будь осторожен. Не переживай. Храни тебя Господь в прохладном месте. Я же говорил, Инга, делов на пару минут. Сейчас все будет. Че будет? О, мастер внезапных появлений явился. Спецзаказ Инги будет готов. А что ты такой сердитый, а? Злишься, что Инга напрямую ко мне пришла, а не тебе доложилась, да? Паш, ерунду неси, где она? Она мне не докладывает. Вышла куда-то. А что, ты ее потерял, что ли? Тяжелая ночь с бывшей никак вымотала, а? Я тебя в угол поставлю когда-нибудь. Ну чё ты? Короче, ищите да обрящите. Ночью. Совсем не удалось поспать, принцесса. Зачем ты спрашиваешь, если ты и так все знаешь? Какие ему дерзкие после бессонной ночи. Буду знать. Ну хоть что-то ты про меня не знаешь. Не держи, принцесса. Ты сейчас должна меня слушать очень внимательно и послушаться. А, это что-то новенькое. Послушаться, значит? Ну и какие будут указания на этот раз? Ты не должна заниматься делом об убийстве в аптеке. Прекрасно. То есть я тебя правильно поняла? Ты просишь меня не делать мою работу? Я не прошу тебя. Я запрещаю заниматься этим делом. Хорошо, объясни, почему? Потому что это очень опасно. Этот субъект — это псих в реактивном состоянии. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Это ты мне говоришь про опасность? А, ты да, предостерегаешь меня от психа? Да ты сам псих, ты понял? Демидов, ну что, здесь? Уже пятый двор обходим, ты задрал. Да здесь. Я этого чела тут часто наблюдаю. Только не знаю, живет он тут или так. Ныкается, чтобы поторчать. Ну что, Нарик? Ты его затаривал, что ли? Тебе ночью нельзя было об этом сказать? Да тяжело было? Что не? Да не затарил я никого. Раз предложил ему затариться, но он отказался. Хотя стопудово на чем-то сидит, я что разбираюсь. Ну да, ты разбираешься. Сам употребляй, другим помогай, да? Присмотри за ним, чтоб он не свалил. Капитан, нужно подкрепление вызвать. Он же буйный и опасен. Слышь, Старлей, помнишь, Инга про психдиспансер говорила? Ну? Так вот, сегодня ночью там было незаконное проникновение. Думаете, нашли выход? А жертвы есть? Ну, обошлось. Охранника почему-то на месте не оказалось. Везучий гад. Но по-любому нужно пойти проверить, что там. Я думаю, наш кадр. Так что, поехали. Сейчас. Да. Да. Ну так остановите его. Понял, еду. Давайте без меня. Избегаешь меня? В смысле? В прямом. Сказала, что у Павлика будешь. Я попросил дождаться.
прихожу, тебя нет. Что-то случилось? Да ну прости, должна была тебя дождаться, но мне нужно было срочно отлучиться, позвонить. Кому? А тебе не кажется, что звонки могут иметь личный характер? Кто, как не ты, должен это понимать? Я тебя обидел чем-то? Меня нет. Это скорее я должна перед тобой извиниться, что ворвалась в твой кабинет, так? Резко, без стука, ночью, а потом еще какое-то время названивала тебе. Понятно. Что тебе понятно? То, что наши отношения перешли на новый уровень. Ревностью попахивает. Правда? А мне кажется, что недосып влияет на твою мозговую деятельность. Серьезно? Мне абсолютно наплевать на твою личную жизнь. Вот вообще. Лиза Артеменко никакого отношения к моей личной жизни уже давно не имеет. Пойдем посмотрим, что там Пашка нарыл. Ты его что, предупредил? Нет. Ну чё, коллеги, готово. Инга, я крут? Крут. Чё у тебя там готово? Давай. Значит, докладываю. Иван Ильин, 39 лет. Тяжелое параноидальное расстройство. На учете 16 лет. Несколько раз лежал в психушке. В последние годы лечился амбулаторно. А вообще, чувака чем только не пичкали. Практически все по вашему списку перепробовал. Угу. Вот. 2 месяца назад ему перестали выписывать лекарства. Вот. Последние 2 месяца мы перестали прописывать эти лекарства, что привело к срыву. Ну почему его сняли с таблеток? А можно пробить, у Ильина менялся лечащий врач? А вы шарите, Инга, да? Действительно, 3 месяца назад его начал наблюдать новый врач. Фамилия у него еще такая, как у певца. Вот, Лещенко. Лещенко Юрий. А прежний Светков Владимир Борисович, а он вел Ильина более 10 лет, ушел на пенсию. Нам срочно нужен этот диспансер. И, Паша, и пробей, пожалуйста, этого Лещенко, ну и Светкова на всякий случай. Да, это на раз, два, три, а для вас на раз, два. А? Ты его предупредить успел? А? Назад! Командир, встать можно? Капитан, ты чего? Командир. Успокойся. Говоришь, на 5 минут отлучался? Да ну, может, не 5 минут. У меня тут кум рядом работает, тоже в охране. Так я посидел с ним чутку, возвращаюсь, а тут дверь нараспашку. Да кому вообще сюда влезть, взбрел? Денег тут нет, наркоту тоже не держит. Небось, всю ночь с кумом зависал. Понятно, сестра. Один из кабинетов вверх дном перевернут, а что искали, непонятно. Скажите, а история болезни пациентов хранится в кабинетах их врачей? И что там за кабинет вверх дном? Ну, как раз одного из врачей и перевернут. Только он сейчас за границей, в отпуске. Фиг его знает, что мы там искали. Врача как зовут? Не Лещенко? Так точно. Лещенко.
Спасибо за помощь следству и так далее. Перевали отсюда. Что будете делать, товарищ капитан? Ну что, Стерлей, рапорт на вашего капитана подавать я не буду. Но, возможно, ему когда-нибудь придется прикрыть тебе спину. А он не прикроет. Не потому что мудак, а потому что проблемы у него. Понимаю. Ну, со мной проблем у вас не будет. А вот с начальством я бы посоветовался по поводу его. Спасибо. Давай. Сейчас эксперты приедут, осмотрят это все. Держим. Быстро ты подсуетился. Прям сердцем чувствуешь, да? Беспорядки в органах правопорядка. Из диспансера пропала только медкарта Ильина. Возникает вопрос, кому, кроме как Ильину, могла понадобиться история его же болезни? Ну, знаете, наверное, вы правы. Кроме него, никому. Я просто не могу себе представить Ильина в роли Буйного. Не могу. То есть за 10 лет, сколько вы с ним знакомы, никаких предпосылок к такому срыву вы не видели? Послушайте меня, девочка моя. У Ильина серьезное психическое расстройство. Но он никогда, слышите, никогда он не проявлял агрессивного поведения. Тем более в такой экстремальной форме. Да мне бы и в голову не пришлось снять его с многолетнего приема нейролептиков и умотать отдыхать. Ну, а доктор Лещенко его снял с препаратов. Как вы думаете, почему? Инга. Я понимаю. Я спрашиваю вас как у опытного специалиста. Мне важно ваше мнение. Последние годы Ильин один или два раза беседовал со мной по поводу полного отказа от приема лекарств. Он ничего не помнит о себе в детстве, поэтому спрашивал, можно ли восстановить воспоминания. Ну, как бы вам это профессионально сказать, если не глушить их препаратами. Так, и что вы ему ответили? А я не был готов рисковать здоровьем Ивана. Инга Евгеньевна, вы ведь специалист. Полная отмена лекарств при его тяжелом анамнезе. Извините. Ну, то есть получается, что доктор Лещенко рискнул? Это Лещенко. Ваш Лещенко, между прочим, не очень церемонился с пациентами. А в случае Ильина, я уверен, Юру интересовал собственно эксперимент. Лещенко. Ваш Лещенко, милочка, относится к той категории молодых спецов, которые считают себя очень сильно прогрессивными, а на деле... Копошиться. Я ему говорю, Юра, ты копошишься с мозгом пациента, как первокурсник с застежкой отливчик. Извините, Юрий. Все правильно. В порядке, все в порядке. И что вам ответил ваш прогрессивный коллега? Вы думаете, он оскорбился? Как же? Заржал как. А потом говорит, может и так. Но зато же я натренируюсь. Вы понимаете, что он сказал? Вы понимаете, что он сказал? Для него душевно больные не более чем лабораторный материал. Здравствуйте. Здравствуйте. А я чего? Я ничего. Ванька парень тихий, хоть и несчастный. Его как с работы выгнали, так и с общежития выставили. А мне тяжело одной двор мести, особенно когда листья или снег. Вот я с ним договорилась. Он безотказный, подметал, и снег убирал. Если что починить надо, помогал. Кому что занести, отнести, ну, за место грузчика. Ну, хорошо, Ванька парень хороший, да, это я понял. А родные у него были, семья там, я не знаю, сожительница, кто-то к нему приходил, уходил? Не, я не видела. Как по мне, он один как перст. Я как-то его спросила,
Неужто у тебя никого из семьи не осталось, Ванечка? Он как-то посмурнел, головой только мотнул и говорит, не знаю, может, кто и остался, только как их искать? Без понятия. Вообще, если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что Ванька такое зверство учинит, я бы в жизнь не поверила. Уже наоборот, как какая драка, он в сторонку. Хотя вот когда муж Люську с третьего подъезда за косы во дворе таскал, Иван прямо аж кинулся. Ну вот видите, а говорили, никогда не вступал в драку. Тут заступился за женщину. Ага, их когда растащили, Ваньку аж трясло. И глаза у него такие были странные. Странные-то какие? Злые? Да не, не злые. Больные какие-то, затравленные, испуганные, что ли. Вот вроде как понимает, что огребет, а не вступиться не может. Пойдем вовнутрь. Спасибо. Участковый рапорт подавать не будет, и майору я об этом инциденте ничего не буду говорить. Благородного решил играть, да? Ну-ну. Слушай, хватит вести себя как... Ладно. Я майору ничего не сказал, только потому, что вы лично должны об этом доложить. Хорошо, я майора в конторе подожду. Не было ни денег, ни документов. Мобиль валялся разряженный, дорожная сумка пустая. Он, походу, вообще здесь не появлялся. Ни одной личной вещи. Обычно у человека есть какие-то памятные штуки, там фотографии, побрякушки, безделушки, детские игрушки, не знаю. А так человек... Чистый лист. Я так понимаю, у тебя новая теория какая-то появилась? Мне почему-то кажется, что он попросил сам снять себя с препаратов. Ну, то есть... От дома до аптеки где-то около 5 минут ходьбы быстрой. Но он сюда не вернулся, хотя бы только для того, чтобы смыть эту кровь. Зачем он так рисковал, я не понимаю. Представляешь вообще, как люди живут? Кошмар. Паш, мы тебя слушаем, ты на громкой. Мог я и спрашивать, гермайор. Я нечувствительный, но история грустная, что капец. Значит... Так, в 86-м году дальнобойщики подобрали пацана. Вот, по свидетельствам шел один прямо вдоль шоссе. Грязный, потрепанный. Ну а что пацан сказал, где родители? Или вообще кто-нибудь? Потерялся? Так дело в том, что он вообще ничего не сказал. Ну прям буквально. Молчал, что рыба об лед. Ну, водилы его в ментовку сдали, а те уже в интернат. А родители, родственники так не объявились? Неа. И я проверял по сводкам потеряшек, он не проходил. Так откуда взялся Иван Ильин? Так это ж его под таким именем в интернат записали. Сарин, ну надо же было как-то записать. Вот, и имя ему вот это вот дали, возраст определили приблизительно 8 лет. Мальчик так ничего не рассказал? Нет, почти год молчал, а когда заговорил, ничего не вспомнил. По состоянию ребенка многочисленные зажившие шрамы на теле, провалы в памяти, психотравма. Короче, жертва регулярных издевательств. Ну, попробуй что-нибудь нарыть. Телефонные звонки там или друган из прошлого места. Работа без интернета. Не учи ученого, гермайор. Все уже сделано. Инга, ну как? Я молодец? Спайдер, ты... Солнышко, ты молодец. Ты самый лучший. Поговорили? Да. Молодец. Знаешь что, завязывай, как бы тебе все равно, а Паша все за чистую монету принимает.
Это сейчас что? Это я про флирт. Товарищ мэр, а с кем не можно флиртовать? Вы все-таки своих подопечных лучше знаете. Можно вообще без этого на работе обойтись? Или у вас там в Академии ФБР принято флиртовать направо-налево? Как же у вас забавно получается проявлять ревность. Я ревность? Ну да. Да? Ну. Посмотрите еще раз наверх, пожалуйста. Так, голову не поднимайте. Да. Ну что ж, Сергей Николаевич, у вас очень хорошие прогнозы. Я вам выпишу несколько препаратов сейчас. Док, а можно как-то без таблеток? А то я видел, как они вам, людям крышу сносят. Вы о вашем текущем деле, да? Да. Но вам не следует переживать по этому поводу. У вас совершенно другой случай. У вас почти классический пример рецидивного посттравматического расстройства. Такое, к сожалению, случается на фоне сильных психотравм. Мы с вами, по-моему, это уже обсуждали? Да, обсуждали. Так вот, вот этот первый препарат пропьете по одной таблетке 3 дня. А второй будете принимать месяц. Вот схему я вам здесь расписываю. Да, то есть это получается месяц без работы, да? Без работы только 3 дня, пока принимаете сильнодействующие препараты. А потом работайте себе на здоровье, как говорится. Но принимайте второй препарат. Ну, такой легкий антидепрессант, который поможет вам справиться с переменами эмоций. Ну, должен нормализовать сон. Угу. Вот от алкоголя воздержитесь. Я не фанат. Ну, очень хорошо. Рецепт возьмите вы, Артем Владимирович. Диазепам? Док, а как он работает? Присядьте сюда. Я вам сейчас выпишу еще один препарат. Что-то Серега трубку не берет. Раньше нас уехал. Он ничего не говорит? Нет. Он хотел к вам зайти, когда вернетесь. Ладно. А чего там с... Никак эти ваши термины не могу запомнить. Профиль субъекта. А. Ну что, я абсолютно убеждена, что у Ильина в детстве была серьезная психологическая травма, связанная с насилием по отношению к его близким. Я бы сказала, к женщине. Бабушке, сестре, маме. Вот опять какие-то далеко идущие выводы. Это выводы, основанные на фактах. Аптека, первая жертва, мужчина в крови с ножом подбегает к женщине-провизору. А Ильин в этот момент на протяжении месяца без медикаментов. Эта картина стала для него триггером. Но если он видел похожую ситуацию в детстве, почему он не говорил об этом милиции или воспитателям в интернете? Ну как, это сильнейший шок. Маленький мальчик специально, осознанно оградил себя от страшных воспоминаний. Поставил себе, так сказать, барьер. Поэтому ничего не помнит из прошлого. Ну, допустим, а что теперь? Он резко начал вспоминать? Да не резко, в том-то и дело. Ильин решил попробовать вспомнить прошлое, потому что черная дыра мешала ему жить. Он подумал, что у него, если возникнут какие-то воспоминания, это поможет ему в дальнейшем, я не знаю, ему станет легче, лучше. Слушайте, а провизор же сказал, что когда он просил у него лекарства, он говорил, что это вроде «они должны уйти». Возможно, тогда он уже слышал голоса. Второй врач Ильина снял с препаратов. Ну, Ильин продержался где-то месяц, потом ему стало хуже. Твои предложения? Он хочет вспомнить все о прошлом. У него это получается. Уверена, он пойдет туда, где все начиналось. А нам нужно выяснить, где это место. Так, я к Спайдеру. Интересует убийство, покушение, несчастный случай, исчезновение людей в районе обнаружения Ильина. В 86-м году, верно? Да, и в первую очередь молодые женщины. Лето 86-го. Еще зона такая, там же как раз с Чернобыля всех отселяли.
Там не то, что человека, там слона можно было завалить, никто бы не заметил. Павлик. Михаил Степанович, так до инфаркта довести можно. Ну, звеняй, малой, уж больно ты вольготно здесь расположился. Ты по Илину что, нарыл? Да я майора все уже на почту скинул. И что? Ну, что он, походу, самый мой голяк из всех нарытых моих голяков. Ладно, может, еще больше вспомнишь. Значит так, слушай сюда. От Паши почта пришла, ничего интересного. Ни кредиток, ни прав у него. Даже телефоном пользовался последний раз месяц назад, и то врачу своему звонил. Илин ни с кем не дружил, идти ему было некому. Я тут узнал кое-что интересное. Ну-ка. Пойдемте, может, к нам, всем и расскажу. Что-то случилось? Хотя... Нет. Товарищ майор, разрешите обратиться? Так, ладно, я пойду попью кофе на улице, потом вернусь в кабинет. Ты что, Серег, обращайся, конечно. Пошли. В общем, 3 дня на больничном, а потом смогу работать. Вот. Олег, я думал, оно попустит, ну, в смысле, сам справлюсь, ну. Ладно, Серег, все нормально. Давай, иди лечись и поговори с участковым. Понятное дело, я понимаю, я извинюсь, конечно, за то, что он с пониманием отнесся. Понятно? В общем... Серег, ничего не забыл? Давай, иди, покупай пилюльки в аптеке и через 3 дня жду. Инга Евгеньевна, тут майор Омещенко спрашивает, а он трубку не берет. Майор Омещенко, серьезный разговор. Так Инга меня не проводит. Да, Инга? Да, Лиза, конечно, пойдемте, вас приду в кабинет Олега Юрьевича. Проходите. Ну так что случилось? Ну, значит, предыстория. В ближайшие 3 дня, дорогие мои коллеги, вам придется обойтись без меня. Вот. Ну, потому как мне нужно немного нервишки успокоить. Вот. Вы же все умники, вы заметили, что у меня в последнее время крыша там чуть-чуть стала подтекать. Так вот, дядя доктор выписал мне лекарство, от которого я сразу стану спокойный. Вот. Но пить надо только 3 дня. Вот. Потому что если полгода попить, то могу буйный стать совсем. И так мне это напоминает нашего друга Ильина, что... Ну да. Ну что ж, значит, моя очередь. Таки нарисовалась одна занимательная история о Вадиме Алексеевиче Якушеве, жене его Тамаре и сыне Анатолии из города Чернобыль, которые, так сказать, собрались в эвакуацию после того, как на Чернобыле бабахнуло. Вот и чё ты расселся, а? Нам ехать утром, а вещи не собраны. Ну? Чё ты зыришь на меня, пьянь? Ты рот-то свой! Поприкрой! Но первым на новое место проживания выехал отец семейства, Вадим Якушев, ранее судимый за убийство в пьяной драке.
Выехал, по его словам, чтобы осмотреться на новом месте, а потом жену и ребенка, так сказать, вызвать. Короче, они доехали или не доехали? Подожди. Когда жена с ребенком в назначенное время не явились, Якушев стал названивать соседям друзьям. Но выяснилось, что ни жены, ни ребенка никто не видел. Он, конечно, заяву в милицию написал. Но ни ребенка, ни жены никто так и не нашел. А наш мальчик, который впоследствии оказался Ваней Ильиным, был найден неподалеку от Ильинцев через 10 дней. Как вам история? Я только одного не понимаю, почему найденного мальчика с пропавшим не связали? Они не проверяли, что ли, даже? Почему? Очень даже проверяли. А как пропустили? Из-за бардака в эвакуацию? Ну да. Следствие пришло к выводу, что Тамара просто сбежала. Ну, воспользовалась эвакуацией, неразберихой, прихватила ребенка и подальше от буйного муженька укатила. Мальчика нашли на трассе довольно-таки далеко от Чернобыля, а милиция искала Толика и маму в самом Чернобыле, ну или поблизости, или же по новому месту проживания семьи. Поэтому никто ничего не нашел. То есть получается, что товарищ Якушев по пьяни замочил свою жену, потом все это обставил с исчезновением семьи, правильно? Якушев не просто убил свою жену на глазах своего сына. Возможно, он бы и сына убил, но тот умудрился убежать. Поэтому вся эта история с психотравмой Ильина, его заблокированными воспоминаниями, становится логичной. Опять же, Ильин никогда не вступал в драку, а тут заступился за женщину, которую избивал пьяный муж. Значит, Ильин сейчас ищет Якушева, правильно? Да, он начал вспоминать, и я думаю, что он дойдет до конца. Получается, нам нужно найти Якушева до Ильина, чтобы у нас не было еще одного трупа, правильно? Прости, что я не послушалась и приехала. Я просто хотела узнать новости и волновалась. Меня Инга в твой кабинет провела, я ждала, ждала, тебя все нет и нет. Я и пошла тебя искать. Думаю, может, Инга заработалась, забыла, что я здесь. Лиза, простите, я не предупредила товарища майора, что вы его ждете. Но вы же встретились, это самое главное, да? Спасибо. Пожалуйста. Олег, надо поговорить. Плохо объяснила? А, уже? Серьезно? Ничего себе. Да вы просто превзошли себя, Спайдер. Что-что? А, то есть по тому же адресу? Хорошо. Я сейчас проверю почту. Спасибо вам большое. Я вам уже говорила, что вы лучше. Пока-пока. Спасибо, что не сдал меня майору. Да не за что. Будем считать это моей реабилитацией за рапорт на Степаныча. Точняк. Увидимся через 3 дня. Удачи. Лейтенант, это только часть реабилитации, чтобы ты понимал. Куда путь держим? Хочу проверить одну идею. Я с вами. Я не то чтобы прям так хорошо вас знаю, Инга Евгеньевна. Но вот мне кажется, что идея эта опасная, это раз. А во-вторых, скорее всего, майор о ней не знает, это два. Ну так куда едем? По старому адресу Якушевых.
Якушев-старший вернулся туда через год после пропажи семьи, до сих пор там живет. Если Ильин начал вспоминать, значит, он скоро объявится. Я расследую убийство твоего брата. Если что-то прояснится, тебе, как ближайшей родственнице, сразу все сообщат. Вот. Ой, борода посидела. Без фребров все дела. У нас ничего не может быть с тобой. А ты уверен? Вот прям абсолютно уверен. Mm. А по-моему, нам когда-то было очень хорошо вместе. То старый помянет, тому глаз вон. У тебя кто-то есть? Она? Серьезно? Офигеть, просто поверить не могу. Лиз, есть у меня кто-то или нет, уже 300 лет не твое дело. Господи, Мищенко, да у тебя просто талант влюбляться в неподходящих тебе женщин. Это точно. Ладно, согласна, я стерва, которая тебя изменила. Хотя, если бы ты почаще бывал дома, глядишь, и не изменила бы. Но она ж тебя прожует и выплюнет. Сколько она, по-твоему, продержится в вашей экзотике? Полгода? Ха! Думаю, меньше. А потом пока ручкой помашет и свалит в свое ФБР. Я уверена, ее там бойфренд ожидается. Класс. Ты об этом знаешь. То есть ты как бы нормально относишься к тому, что ты у нее здесь на замене? Ну, что сказать, Олежка, я впечатлена. Какой ты все-таки с возрастом толерантный стал. Женским слабостям. Жаль, мы с тобой так рано познакомились. Не жарко тебе? Не жарко. Да куда ты едешь? Оборот избавь вообще. Все под контролем. На мою разряд так злишься. Ну, я же не слепой, ну, видно. Ну, после того, как эта бедная Лиза нарисовалась, так ты на него шипишь прям как кошка. Вот знаете, капитан Шпак, это самая блестящая мысль, которая могла родиться в вашей голове. Что я ревную Мищенко к Лизе. Я же не говорю, что вы ревнуете, переживаете. Я просто говорю, сбавьте обороты, тише выдыхайте, не шипите, не злитесь. Все будет хорошо. Давайте просто помолчим. Что за ерунда? Не могла же она телефон выключить? Или могла? Ну, где тебя носит? Как ты посмел отпустить ее одну? Где она? Что ты с ней сделал? Принцесса и Шпак уже на подъезде к Чернобылю. Прежний адрес Якушевых, Луговая, 12. Шевелись! Много ты понимаешь, старлей. У Лизы это явное виды на майора. А Инга бесится. Что-то не заметил я, чтобы Инга бесилась. А не заметил, потому что Инга умная. Она и без истерик майора свой ФЭ выскажет. Алло? Спайдер. Погнали. Ё-моё-то, ну. Да. Они уже в зоне, майор. До адреса пару минут. Ты ей звони, что ты мне дозвонишь? Да связи с ней таки нет.
Слышь, майор, ну она же там не одна, а? КП подстрахует, правда? Чем подстрахует? Пальцем? Он ствол сдал. Задать тебе один вопрос, батя. Ну, коль надо, задавай. Точно туда приехали? Вообще не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Сейчас проверим. Сколько мне до места? До места на такой скорости минут 20. Это если без задержек. Без задержек ты обеспечишь? У вас зеленый коридор будет до места через... Уже есть. Гони, майор, Таран Степанович за тобой. Давайте, быстрее, быстрее, ребят, иду. Луговая 12. Никуда не уходи. Убил ее. Я вспомнил. Я все вспомнил. Кого я убил, сынок? Маму. Ударил ее ножом. Она закричала. Ты ударил ее снова. Я ждал тебя. Все время думал, когда же ты вернешься. Ответьте ему. Ваш сын должен услышать ответы на свои вопросы. И тогда всем станет хорошо. А ты? Ты не должен его убивать.
зачем вы пришли? Пришли вам помочь, потому что вам нужно поговорить, все выяснить. Его посадят за то, что он убил свою жену. А тебе станет легче. Но со временем. Я убью его. Теперь я взрослый. Я смогу. Я отомщу. Все правильно. Но тебе нужны ответы. Спроси его. Спроси его, почему он это сделал. Почему ты убил ее? Кого? Маму. Бил ее. Постоянно бил, а потом... Сын, ты просто болен. А вы зачем сюда вернулись? Это мой дом. Нет. Вам здесь приятно находиться. Потому что здесь все ваши воспоминания о том, как вы издевались над вашим сыном и избивали вашу жену. Удовлетворить вы ее уже не могли. И избивая ее. Только так вы чувствовали себя мужиком, да? Заткни рот, сука! Все бабы – суки! И Томка тоже тварь! Она получила то, что заслуживала! Нет, нет, нет! Да не надо мне этот плед, уже третий человек ко мне его приносит. Как Серега? Нормально. Были бы мозги, было бы сотрясение. Ты его все виноват. Затащил его сюда. Если бы ты его не потащил сюда, то Ильин убил бы Якушева. Ильин глубоко несчастный и больной человек. Вот именно поэтому он будет сидеть в дурке, а не в тюрьме. Почему ты мне не сказала, куда ты собираешься? Потому что это мое личное дело. И потом ты был занят. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. У меня с Лизой ничего нет и быть не может. Хорошо. Еще в принципе интересует другая женщина. Я рада.